Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Дорогие братья и сестры, тема сегодняшней проповеди – пророк, да благословит его Аллах, и приветствует учитель и наставник. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит из своей священной книги «Фабима рахматин мин Аллахи линта лахум» – «По милости Аллаха ты стал мягок по отношению к ним». Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного единственного Аллаха, у которого нет сотоварища. И свидетельствую, что наш Господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, поистине, Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был для человечества идеалом умелого, милосердного учителя и искусного, мудрого наставника. Он, мир ему благословение Аллаха, проявлял снисходительность и обучал с добротой. Он же сказал, «Поистине, Аллах послал меня к людям не в качестве того, кто будет принуждать и чинить препятствия, а в качестве того, кто будет учить и облегчать». Он, мир ему благословение Аллаха, также сказал, «Поистине, в чем бы ни была мягкость, она всегда украшает собой это. И чтобы не лишилось мягкости, оно неизбежно становится порочным». Кто размышляет о жизни описании нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тот обнаруживает, что он лучший учитель для своих сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах, и для всего человечества. Он, да благословит его Аллах, приветствует самый милосерднее из людей ко всему творению Аллаха и самый сострадательнее из людей к тем, кого обучает, наставляет и направляет. Передается со слов Муавия ибн аль-Хакама, да будет доволен ему Аллах. Один, как-то раз, когда я молился позади посланника Аллаха, мир ему благословение, один человек чихнул, и я сказал ему, да помилует тебя Аллах. Все недовольно посмотрели на меня, а я сказал, «Да погибну я, оставив плачущую мою мать, почему вы так смотрите на меня?» Тогда они стали хлопать руками себе по бокам, и я понял, что они хотят, чтобы я угомонился, и я притих. Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, закончив молитву, обратился ко мне со словами, «И да будут мои родители выкупом за него, я не видел такого приятного учителя, как он, ни раньше, ни позже». Клянусь Аллахом, он не нахмурился и не ударил, и не заругался на меня, а всего лишь сказал, «О Муавия, поистине, в молитве не допускается что-либо из обычной речи людей». Молитва – это тасбих, прославление Аллаха, такбир, возвеличивание Аллаха, тахлиль, произнесение слов «Ля Иляха Илляллах» – «Нет божества, кроме Аллаха» и чтение Корана. Со слов Абу Умами, да будет доволен им Аллах, передается, однажды к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, подошел юноша и сказал, «О посланник Аллаха, позволь мне совершить прелюбодеяние». Люди повернулись к юноше и стали его бронить, произнося «Шш». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Подойди ближе». И юноша подошел. Он сказал ему «Сядь», и юноша сел. Даже пророк спросил его «Ты пожелал бы этого для своей матери?» Юноша ответил «Клянусь Аллахом, нет, о посланник Аллаха, да стану я выкупом за тебя». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Никто из людей не пожелал бы подобного для своей матери». Далее пророк спросил его, «Ты пожелал бы этого для своей дочери?» И он же ответил, «Клянусь Аллахом, нет, о посланник Аллаха, достану я выкупом за тебя». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Никто из людей не пожелал бы подобного для своих дочерей». Далее он спросил его, «Ты пожелал бы этого для своей сестры?» И он же ответил, «Клянусь Аллахом, нет, о посланник Аллаха, достану я выкупом за тебя». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Никто из людей не пожелал бы подобного для своих сестер».
Далее он спросил его, «Ты пожелал бы этого для своей тетки по отцовской линии?» Юноша ответил, «Клянусь Аллахом, не то посланник Аллаха, достану я выкупом за тебя». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Никто из людей не пожелал бы подобного для своих теток по отцовской линии». Далее он спросил его, «Ты пожелал бы этого для своей тетки по материнской линии?» И он аж ответил, «Клянусь Аллахом, нет, о посланник Аллаха, достану я выкупом за тебя». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Никто из людей не пожелал бы подобного для своих теток по материнской линии». Затем пророк, да благословит его Аллах, приветствует, положил свою руку на юношу и сказал, «О Аллах, прости его грех, очисти его сердце и защити его детородный орган от прелюбодеяния». И после этого юноша никогда и ни на что не заглядывался. Вот что я хотел вам сообщить, я прошу Аллаха прощения для меня и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, мире и благословение последнему изо всех пророков и посланников, нашему Господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до судного дня. Дорогие единоверцы, кто размышляет о жизни нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тот видит, что он стремится разнообразить свои миссионерские образовательные методы, использовать все навыки миссионерского общения с тем, чтобы получить доступ к разуму и сердцу получателя. Иногда он, мир ему благословение Аллаха, использует численный язык для мысленного приближения. В качестве примера приводим следующий хадис. Сладости веры ощутит только тот, кто отличается тремя качествами. Любит Аллаха и посланника его больше, чем все остальное, любит того или иного человека только ради Аллаха и не желает возвращаться к неверию после того, как Аллах спас его от него, так же, как не желает быть ввергнутым в огонь. Иногда он, да благословит его Аллах, приветствует, обучает, приводя пояснительные примеры. Так, например, поистине праведного товарища и дурного товарища можно сравнить не иначе, как с продавцом мускуса и человеком, раздувающим кузнечные мехи. Что касается продавца мускуса, то он либо одарит тебя чем-то из своего товара, либо продаст тебе его, либо как минимум ты ощутишь приятное благоухание, исходящее от него. Что же касается раздувающего мехи, то он либо прожжет твою одежду, либо как минимум ты ощутишь исходящее от него зловоние. Иногда он, да благословит его Аллах и приветствует, использует метод задания вопросов с целью увлечь получателя и привлечь его внимание. Так, например, «Знаете ли вы, кто является неимущим?» Люди ответили, «Неимущим среди нас называют тех, у кого нет ни денег, ни имущества». Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине, неимущим из числа членов моей общины окажется тот, в день воскресения принесет с собой молитвы, посты и закат, но при этом выяснится, что он оскорбил этого, оклеветал этого, присвоил имущество этого, пролил кровь этого и ударил этого, и тогда что-то из его благих дел будет отдано этому и что-то этому». А если запас его благих дел иссякнет, прежде чем он сумеет рассчитаться со всеми, тогда из грехов, обиженных им, станут братить что-то и возлагать на него, а потом его ввергнут в ад. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выбирал подходящие дни и соответствующее время для обучения и наставления, чтобы прогнать скуку и стимулировать умы получателей. Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал, «Пророк, мир ему благословение Аллаха, проявлял о нас заботу и обращался к нам с увещеваниями лишь в отдельные дни, не желая, чтобы его слова вызывали в нас скуку». Как же нам нужно, следовать примеру нашего пророка, да благословит его Аллах, приветствует как учителям, так и ученикам предоставление его послания и разъяснение его руководства и сунны. О Аллах, даруй нам знания и мораль,
Дай нам соблюдать благородные нравы нашего пророка, мир ему благословение. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.